Накануне в крае прошел экологический субботник «Зеленая Россия». Его участниками генеральной уборки стали 120 тысяч кубанцев. А в Сочи заезды Гран-при России «Формула-1» гонки собрали тысячи болельщиков. В Краснодаре в парке 33-я Победа на митинг оппозиционного движения «Открытая Россия», который активно анонсировали в соцсетях, пришли всего лишь около 60 человек. Это вместе с нашей съемочной группой. В основном приглашением воспользовались те, кто сюда зашел случайно. Предполагалось, что акция продлится 2,5 часа, однако, помахав флагами, символикой и мало кому известных политических партий, организаторы быстро начали расходиться. По данным полиции, инцидентов зафиксировано не было.